Comercianții din municipiul Bălți își vor continua activitatea în baza patentei chiar și după 1 iulie. Despre acest lucru au vorbit vânzătorii în cadrul unui nou protest organizat în fața primăriei Bălți. Eu уже дошел до этого. У меня есть маленький бутик там. Я продаю большинство. Такой проводы, розеточки домашние. У меня нет этих деньги. И здесь, если у них закон есть, значит, придется мне подчиняться. Откуда взять деньги? Я кредит взять или что? Что делать? Мы должны ждать, пока не будет окончательного ответа. Значит, они нам как бы практически продлевают нам это, вот если они до этого времени не решили. Сказали люди с овощного рынка, что им сказали, что вот с 1 июля до 1 августа как бы трогать никого не будут, но за этот месяц вы должны урегулировать этот вопрос. Мы не отказываемся, но мы как бы вот собрались, вот будем говорить, нам до пенсии там сколько там осталось, 5 лет. Мы вот товарищ уже пенсионер, вот осталось немножко до пенсии этот вот. Какой касовый аппарат? Вот скажите мне, пожалуйста. Primarul de Bălți susține că după protestul trecut a solicitat autorităților centrale să revizuiască proiectul de lege. Мы обратились после прошлого митинга к президенту страны, к премьер-министру и к профильному министерству господину Алайба о том, чтобы пересмотрели данный закон и сделали разграничение и разделили людей, которые торгуют разной продукцией. Кому-то высказались, кому надо кассовый аппарат, а женщины, которые торгуют 77 лет петрушкой, укропом и луком, зачем им кассовый аппарат, если она не видит промежуточный ответ, они нам направили, что будут рассматривать наш вопрос дальше. Precizăm că acum două zile guvernul a aprobat un suport financiar de 10.000 de lei pentru procurarea caselor de marcat și amenajarea locului de muncă pentru comercianții care vor trece la activitate independentă.